«Проверка на доверие». В области стартовал традиционный конкурс «Народный участковый». Проголосовать за своего стража порядка можно будет на сайте регионального УМВД. Воспоминания ветеранов. Истории о самом главном. Наши матеря и не плакали по нас. Не плакали. С радостью даже провожали. И бесценный опыт прожитых лет. Все это в новом проекте «Мира Белогорья. Жизнь прожить». Премьера уже в эту пятницу, 12 сентября, в 19 часов. Красиво, интересно, безопасно. Дыши, не дыши. В детском саду «Солнышко» в Шебекинском районе появились новые игрушки и спортивный инвентарь от фонда поколения.